И всем привет, с вами Вика, и это вторая часть моего летсплея под Аватарию. Сейчас потише сделаем. Давайте начнем. Сейчас фиксируется. Фиксируется. Так, точно. Как вы видите, у меня вид, да, на 29 дней. Я хочу про этого пацана рассказать. Вот он на первом. Я просто зашла в сквир. И он бамс, и мне прям подарил на 6 дней VIP. Ну, каждому дарил. Я даже, я чуть не взорвалась. Ой, я даже не знаю, что именно сказать. Огромное ему спасибо. Ну, и еще плюс 20, это был бонус. Вот. Ну, давайте дальше пойдем. Давайте к человеку пойдем. Так вот. Окей. Ладно, пока мы не сидим. Давайте я покажу вам комнату. Как уже я ее изменила, как вы видите. Вот гостиная, вот ванная. Улица типа. Моя комната. Вот и кухня. Мне сегодня дали 3 золота аватаре. Здесь. Вот я купила салфетницу. Че у нас дальше? Даже не знаю, куда нажать. Вот магазин. Да, здесь ничего нету. Телевизор самый. Компьютер. Давайте починим. Так, дальше у нас, типа рай, каньон, вот машина, больница. Бывает. Ну и последний корм для старших, но это не для старших. Как я играла, типа, дочки-матери. Окей, ладно. Дальше что у нас там? Что мы будем делать? Вопросик. Так. Пойдемте к Орегонске. У нас клуб, окей. Так, ладно, короче, пошли. Так, давайте я быстро вещи мне покажу. Ну, новенькие они тоже. Юбочка мне нравится, тут белая. Платье. Пижамы, обувь, аксессуары. Мне очень понравился нож, он такой крутой. Че вот это вот кофточка? Пелерина. Хвостик нужно одеть. Такие вот очки. Кони. Вот и Орегонск пришел. Дайте на ей привет напишу. Она хочет удалиться. Понятно. Короче, ну давайте, наверное, кончать уже. 4 минуты, да. Ладно, всем пока, с вами была Вика. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пока-пока.